Тренер сборной Федерации триатлона Республики Василий Соловьев установил новый рекорд Карелии. Соревнования «Медный всадник» прошли в минувшие выходные в северной столице. Василий преодолел среднюю дистанцию 113 километров за 4 часа 6 минут и 31 секунду. Это на 12 с лишним минут лучше предыдущего показателя. В итоге он взял бронзу в абсолютном зачете и серебро в своей возрастной категории. Тренер сборной отметил, что гонка прошла по идеальному плану, особенно в беге, где удалось показать лучший результат. К самой дистанции Василий Соловьев готовился год. Добавим, что всего в состязаниях приняли участие 12 стран и более 60 регионов России.